Приветствую вас, страна Фаберлик. С вами Светлана Луговых, и давайте еще раз внимательно посмотрим на акцию восстановления наших консультантов в большую страну Фаберлик. Первое, на что обратить внимание. Акция ограничена временем. Всего лишь один месяц. 28 января в России она завершится, а во всех странах 23 января. И это значит, что за 3 дня до окончания необходимо ее для себя завершить. Почему за 3 дня? Потому что нужно прокоммуницировать с консультантом, который получил СМС и на свой личный счет получил 300 рублей. И всегда требуется время, чтобы выстроить коммуникацию, чтобы договориться о заказе, который необходим нашему восстановленному консультанту. И самое главное, чтобы была оплата. Вот эти 3 простых действия. Коммуникация, заказ и оплата заказа. И тогда наш консультант восстановленный получает 3 выгоды. Не одну, а 3. Первая выгода – это подарок от компании. Комплимент от компании за то, что он сделал выбор, за то, что он вернулся обратно в компанию в феврале. Второй подарок, я считаю, он самый сильный, потому что восстановленный консультант обратно восстанавливается и идет по стартовой программе. И третье. Как здорово, что наши восстановленные консультанты участвуют в программе Лайк. Ведь это здорово получать каждый каталог один продукт с 70% скидкой. Согласитесь, не каждый интернет-магазин, да, наверное, ни один интернет-магазин не дает таких возможностей. А наши консультанты, которые были с нами знакомы и по каким-то причинам 6 лет назад, а может быть даже в прошлом году, просто с нами расстались. Ну так случилось, ну вот так устроена жизнь. И поэтому консультанты, возвращаясь обратно в Фаберлик, получая новые пароли, новый номер, и нас, как наставников, имеют возможность именно сейчас, в момент, когда стало понятно, пандемия не уйдет. И в этот момент самое время делать бизнес, самое время по-другому посмотреть, что интернет-магазин выгодно отличается от других интернет-магазинов, о том, что возможность строить бизнес в 44 странах мира есть далеко не в каждой сетевой компании. И самое главное, друзья мои, сайт, который дает возможность моментально, одномоментно учитывать в разных странах все транзакции, все баллы, все акции и возможности. Это невозможно было представить еще 25 лет назад. Об этом мы только мечтали. А сейчас наступил момент, когда любой консультант, который к нам возвращается, тут же может начинать строить бизнес. И это надо предлагать, если только он ответит на наш с вами звонок. Но сейчас культура совершенно другая взаимоотношений. Давайте между собой договоримся, что мы сначала сделаем обращение через мессенджер или через какую-то социальную сеть. Мы об этом напишем, что мы хотим рассказать о 3 возможностях, о 3 приятных сюрпризах от компании Фаберлик. И спросим человека, а может ли он с нами прямо сейчас вступить, можно ли позвонить. Потому что в современной жизни не сразу нужно звонить напрямую, мы можем попасть в ненужное время. Давайте будем соблюдать вот эту культуру. Сначала короткое сообщение в мессенджер или в сетевой, или в соцсети. Второй контакт по телефону, а третий контакт идет наша информация, наши картинки. Наши условия программы идет уже в мессенджере или в том же контакте в соцсети. Неважно,
где это. А важно, что мы нашли этого консультанта, сообщили ему, что есть возможность, есть комплимент. И, друзья мои, и мы должны им сказать, обязательно восстановленным, есть новые условия для создания дополнительного дохода и крепкого международного бизнеса. Да, да, это так, потому что Faberlic за последние 7 лет настолько сильно изменился, настолько преобразился, что, возвращаясь к нам, люди просто удивляются и говорят одно лишь слово. А разве это есть Faberlic? Да, друзья. И есть отличная возможность, используя материалы программы New Level. Молодцы те консультанты, те наставники, которые вошли в эту программу, используя материалы New Level, мы с вами очень быстро, очень грамотно и вовремя можем сопровождать тех, кто к нам сейчас присоединится, восстановится обратно. И я вас уверяю, среди тех, вот среди того списка, который мы уже сейчас в отчетах видим, уже сегодня мы видим, что напротив каких-то фамилий мы видим 300 рублей, мы видим цифру, отметку, что им смс-ка пришла. И вот из этого списка, я вас уверяю, 10%, а у кого-то и 25% вернется обратно. Не может быть 100%. Не может быть, хотя почему? Может быть, если сделать некоторые действия. Список разделить между лидерами и отработать каждого, чтобы увидеть, правильный ли номер, ответил ли этот человек. Вот прямо по-честному. И если он вступил в коммуникацию, то ему это предложить. И давайте представим самый худший вариант. Ну, предположим, нам отказали. Друзья мои, ну у нас ведь останется реальный номер. И мы можем поздравить человека с днем рождения и с 8 марта. Мы можем его поздравить весной и еще раз вернуться. У нас будет чистая база. Но я рекомендую все-таки вот этот список разделить на три части. Одни люди будут из круга Горяченкова. Мы их знаем, мы знаем их боли. И будет бизнес-предложение таким людям откровенное, такое открытое. И мы знаем боли этих людей. Мы можем им точно тут же предложить. Вторая категория людей теплые. Мы только знаем, что они делали заказы. И мы можем их вовлечь именно новыми возможностями. Третья же категория людей совершенно холодных, людей незнакомых нам. Мы даже не знаем ничего одни, и мы можем им написать, и мы им напишем. Давайте установим взаимовыгодные отношения. Сейчас Faberlic может вам помочь. И дальше три предложения о том, что обеспечить достойный доход, обеспечить новую профессию. И главное, обеспечить экономию времени и денег. И на что отзовется человек? Но я точно знаю, что наше повторное обращение гораздо быстрее приведет к результату, чем мы бы с вами искали новых, незнакомых нам людей. Так давайте же воспользуемся акцией на 100%. С вами была Светлана Луговых.